благодаря тому, что помнит Макай, благодаря тому, что помнит остров Новая Гвинея. Открывались все двери и все музеи, и нас поддерживали для того, чтобы произошли эти перелеты. Конечно, это общая работа. И сейчас ты смотришь и понимаешь, что это не просто приезд делегации, это не просто люди, которые приехали. Это действительно настоящий мост. Мы теперь можем прямо сказать, что мы друзья. С теплом. По-настоящему. So that is very important and significant in our country in the time of APEC. Мы передадим всю информацию нашему народу о пребывании здесь. I would say, I like to believe. В завершение скажу, что я был рад представлять Папуа Новую Гвинею. Well, in this sort of state. Я очень надеялся, что, конечно, визит будет таким, чтобы люди остались с такими впечатлениями, чтобы искренне протягивали руки друг к другу. Как когда-то Макай протягивал руку Тую, так и сейчас мы протягиваем руки друг к другу. Ничего не изменилось, и это очень хорошо, что мы имеем те же самые ценности в отношениях между нашими странами, в отношениях между людьми. Ну и теперь с уверенностью можно сказать, что у России и независимого государства Папуа Новая Гвинея все впереди. Россия для меня теперь большой новый мир.